Здравствуйте, уважаемые телезрители, я Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественными организациями нашего района. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными, актуальными вопросами в жизни района, попытаться выделить наиболее перспективные, интересные с точки зрения людей векторы развития и, в общем-то, опять же, повторюсь, выделить основные, наиболее актуальные сейчас проблемы. Сегодня мы поговорим про волонтерские движения, попробуем вообще определить, что это такое в современной России, насколько они востребованы и как вообще обстоят с ними дела здесь у нас в Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Звоните, мы постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня представители как раз-таки волонтерских движений. Это, во-первых, Евгений Юрьевич Семилетов. Добрый вечер. Добрый. Евгений Юрьевич, руководитель волонтерского движения, которое очень активно действует на территории нашего района. И, кроме того, его коллега Денис Ильич Сенин. Добрый вечер. Добрый вечер. Денис Ильич также у нас работает волонтером. А Евгений, Денис, давайте вот начнем с базисных таких вещей. Что такое вообще волонтер? Мы часто слышим, да, там, Сочи, например, во многом успех Олимпиады был, в общем-то, предрешен тем, что огромное количество людей поехали и, в общем-то, бесплатно начали там работать. Но вот давайте все-таки базис вещи определим. Кто такой волонтер? Получает ли он за это деньги? Нанят ли он кем-то? Трудоустроен ли он как волонтер? И так далее. Вот что это вообще такое? Ну, волонтер в первую очередь это доброволец. Это тот человек, который по собственной инициативе изъявляется помогать жителям, то есть делать какие-то добрые дела. На данный момент, мне кажется, я считаю, на волонтерство идет большой акцент вообще не только на муниципалитете, но и во всей Российской Федерации, потому что на наших ребятах держится наша страна. Волонтеры не просто там помогают в каких-то организационных моментах, потому что сейчас очень часто волонтерские движения стали и самостоятельные организации, которые организовывают мероприятия сами, которые помогают и животным, и людям, и ветеранам Великой Отечественной войны. Ну, это такая разносторонняя организация помощи людям. То есть получается, что работа идет с разными типами населения, вообще практически совсем, раз вы вспомнили и животных, я так понимаю, речь идет в том числе о питомниках различных и да, так далее. Конечно, да, конечно, интернатах. Когда люди приходят, у каждого свой интерес. В принципе, когда волонтер приходит в свою организацию, он приходит уже с какой-то целью, то есть о наболевшем. Кто-то помогает интернатам, кто-то помогает животным, кто-то просто хочет организовывать, участвовать в организации мероприятий. В общем-то, вот так вот, разносторонний. И каждый преследует свой интерес. И в настоящее время многие хотят даже, возможно, построить на этом карьеру. Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим о, ну, скажем так, не занятых постоянно в какой-то организации волонтерах, то есть таких вольных людях, которые условно, опять же, сегодня поработали в Сочи, да, раз есть такая оказия, да, есть желание, сила этим заниматься, завтра пошли, например, по любимой своей теме, поработали с приютами для бездомных животных и так далее, правильно? Правильно, но вот сейчас очень часто у каждого волонтера есть своя волонтерская книжка. Где-то в более крупных организациях, как «Волонтеры Победы», есть электронная система. То есть те же самые Олимпиады в Сочи или какое-то крупное событие, просто так тоже не попадет волонтер. То есть у него должна быть какая-то уже положительная история. То есть определенные баллы, где у него не было пропуска. Знание английского языка сейчас очень сильно ценится. В первую очередь таких волонтеров приглашают. Ну и есть некоторые даже какие-то коммерческие организации, которые помогают где-то финансово, где-то кормят. Но в основном у волонтеров доставка, кормежка и одежда. Ну, я так понимаю, соответственно, есть ведь и конкретные организации. Вот хотелось бы уточнить. Смотрите, есть условная организация, вот, предположим, ваша, да, волонтерское движение у нашего Одинцовского района. Под определенной там табличкой, зарегистрированная как НКО, я так понимаю, правильно? Вы же не коммерческая организация? Мы не коммерческая организация, мы на добровольной основе. Я вас понял. Вот смотрите, вот вы существуете, да? Понятно же, что вы не занимаетесь там условно конкретно там поисковой работой, условно говоря, правильно, да? Вот. Соответственно, вот
как вашу работу, как вас вообще вот к работе привлекают? Вас уже знают в администрации, например, района, или вы сами пока что ищете свои контакты и предлагаете свои услуги? Мне кажется, мы сотрудничаем уже абсолютно почти со всеми организациями района, так как мы очень плотно сотрудничаем с администрацией Одинцовского района. Мы неоднократно работали уже с заместителем главы Савиловым Виталием Викторовичем. Он нам всегда приглашает на все культурно-массовые мероприятия, помогает нам. Поэтому в плане администрации нас доводят до сведений, что, где, когда происходит. Также мы сотрудничаем и с такими организациями, как там Армия России, Мотоармия. Мы сотрудничаем с общественной плотной палатой Одинцовского муниципального района. Как раз-таки недавно был товарищеский матч, в котором участвовали мы, волонтерское движение, предприниматели Одинцовского района, команда ветеранов, общественная палата Одинцовского района. То есть мы стараемся со всеми дружить, мы стараемся всем помогать, потому что это в первую очередь интересно, продуктивно и, естественно, помощь людям. Евгений, смотрите, есть такая точка зрения, несколько, возможно, даже обидная для волонтеров, людей, которые вообще работают добровольным таким порядком. Немножко издалека начну. У нас не так давно по всей стране проходили всероссийские субботники. Наверняка слышали, наверняка участвовали. Многие люди, вместо того, чтобы, в общем-то, выйти и банально убрать свой город, свой дом, в общем-то, родной, в интернете, в частности, высказывали такое мнение, что это просто привлечение бесплатной, дешевой и не очень квалифицированной рабочей силы. Почему мы должны убирать улицы, если есть управляющие компании, да, за которые это должны делать? Если есть дворники, которым платят деньги и так далее. Такая вот точка зрения высказывалась. И о волонтерах я просто прекрасно помню. 2014 год, я прекрасно помню Сочи. То же самое. Волна просто негодования в отдельных группах интернета, да, и так далее, где люди не понимали, почему вместо того, чтобы государство, да, которое взяло огромные деньги из бюджета на организацию Олимпийских игр, государство, которое, в общем-то, должно все это организовать, внезапно привлекает там тысячи человек бесплатно. Вот ваша точка зрения на этот вопрос. Что такое все-таки волонтер? Потому что я, например, привык, если я слышу слово «волонтер», хорошо относиться к человеку, которого наделяют таким прозвищем, таким званием. Мне всегда казалось, что это доброволец, который вне зависимости от каких-то там денег, не денег, просто проявляет добрую волю. Приехал и сделал, потому что могу, хочу помочь. Вот ваша личная позиция. Ну, конечно, я считаю, в первую очередь, это на таких людях держится страна наша. И слава богу, что в нашем Одинцовском районе не стоит, а развивается молодежная политика, и к тем же самым волонтерам относятся с большим уважением. То есть люди приходят, естественно, сделать доброе дело. Никогда его никто не заставляет, относится с уважением. Человек бы не пошел бы ни за что делать что-то, какую-то там работу, или там я пойду уберу, там мне что-то за это будет, плюсик какой-то. Нет. Человек понимает, что эта экологическая ситуация, она у нас вообще, как говорится, вообще во всем мире нестабильная. И если мы будем это запускать... Это вы сейчас конкретно про субботники, да, говорите? Да. Да, то, естественно, если мы будем это запускать... Ну, понимаете, я вам скажу так, мы не просто выходим, как говорится, на субботники в определенный день. То есть у нас есть определенные места, мы выбираем место, там, как, допустим, историческое место у нас в Одинцовском районе, противотанковый ров в Жаровском поселении. Мы с ребятами с удовольствием приходим, убираемся вне времени, естественно, субботников просто. Мы там, бывает, и отдыхаем даже, вот с ребятами на шашлыки выезжали. Ну вот, поэтому и мы убираемся там. Есть какие-то определенные зоны рекреационные, там пруды. Поэтому я считаю, что это нормально, это правильно, и так должен действовать каждый. Даже мы устраивали такую замечательную акцию в честь субботников. Мы с ребятами, мы нашли партнеров, Додо Пицца оказала нам поддержку, и мы разыграли сертификаты. То есть люди убирали, что было до и что после. Кто больше собрал, мы вручали сертификат на... Элемент соревнования такое больше. Да, да, такое соревнование, интересная такая акция. Вы знаете, Денис Ильич, вот к вам такой вопрос. Вы ведь волонтер, да? Давно уже занимаетесь этой работой? 6 месяцев. Полгода уже, ну, довольно много. Вы сейчас где-то параллельно учитесь и работаете? Да, учусь. А студент? А где? В колледже.
Ага. На втором курсе колледжа. Ну вот, фактически, то есть молодой совсем еще человек, параллельно с учебой, наверняка непростой, еще и занимается такой непростой работой. Вот почему решили вообще этим заниматься? Вот откуда вообще возникло, да, желание? Я ведь знаю, что вы в субботу работаете, и в воскресенье, да. И в праздничные дни. Не дома там, да, на диване теплом лежать, телевизор смотреть, а идти куда-то и заниматься порой довольно сложной физической в том числе работой. Вот почему? По двум причинам. Во-первых, я всегда бросаю себе вызов из зоны комфорта выходя. Так проще жить, гораздо приятнее. Да и если не помогать людям, то как изменим общество? Назад идти как-то не хочется. Нужно развиваться. И людей с собой тащить. К развитию. Ну, то есть у вас получается вот лично, да, у вас такие идеологического характера моменты. Да. Как, возможно, даже пример. Вашему примеру, возможно, кто-то следовать должен. Я надеюсь на это. Ага, хорошо. Тогда такой вот сразу вопрос. Вот смотрите, вы когда просто решили этим заниматься, тоже были еще студентом, получается, колледжа и так далее. Как пошли искать контакты и так далее? Как вообще это во все дело пришли? Через друга. Угу. Я узнал, что он этим занимается, и захотел попробовать узнать, что это. А получается, что все-таки много людей сейчас вообще в волонтерском движении занято? В нашем? Да. Почти сотня. Почти сотня человек. Они все жители именно Одинцовского нашего района, правильно? Да. Ага. А вот смотрите, когда вы наверняка не скрываете, да, среди своих там сокурсников, что вы волонтер. Я этим хвастаюсь. Хвастаетесь. А как ребята относятся? Отлично, но не суют в это нос. Ну, в каком плане? Лучше, чем нейтрально. Ага, понятно. Есть ли какой-то, вот смотрите, ведь вы, я так понимаю, в 90-е годы родились, правильно? В 99-м. В 99-м году. А есть ли, вот смотрите, какая-то разница, да, между тем, как вот раньше этому относились, когда вот вы еще в школе, например, учились, и сейчас? Потому что, опять же, я время от времени в наших эфирах говорю об этом, припоминаю свою школу, когда у нас говорили такие вещи, как патриотизм, там, да, добровольная работа. Это чуть ли не крамола считалось, причем даже в среде преподавателей. Вот. Сейчас я вижу, что что-то меняется. В столице меняется, в отдельных районах Подмосковья. А вот ваше наблюдение, как именно бывшего школьника, теперь студента Одинцовского района. Как, есть ли какой-то прогресс, есть ли какое-то изменение к лучшему или к худшему? Ну, дело не в изменениях, а в том, что люди пытаются новую форму для жизни, формулу какую-то подыскать и попробовать ее в действии, сработает она или нет. Я не говорю, что предыдущая не сработала, но поиск нового — это смысл жизни у всех. Понял я вас. Давайте тогда конкретно про наш Одинцовский район поговорим. Денис, Евгений, вот ваша организация, да? Uh-huh. Чем конкретно занимались? Какую пользу, по-вашему, принесли нашему обществу? Естественно, говорить о нашей работе можно бесконечно, так как потребность волонтеров большая, как в мероприятиях, так и в организационных каких-то моментах. Но вот можем привести пример, как раз-таки организовывали совместно с молодежным парламентом и волонтерским движением нашим, организовывали мероприятие зимой. Вот, Один Лавкаток. Я думаю, как раз-таки Денис расскажет нам про это мероприятие с глаз волонтера. Давайте, что за мероприятие такое? Это, ну, как бы на катке Одинцовском в ледовом комплексе мы устраивали такой флешмоб, его лучше назвать флешмобом. Хотели, чтобы много людей нашли свои половинки. Мы там работали, декорации помогали выставлять, контроль осуществляли, порядок на мероприятии. А в чем вот именно непосредственная суть? Я так понимаю, люди катались там на коньках и так далее, правильно? А каким образом помогали друг друга найти? Ну, там были много разных конкурсов очень. А, то есть интерактивно все это проходило? Да, не только. У нас еще как раз-таки на площадке предварительно перед тем, как люди приходили, вот Денис как раз участвовал на первой площадке, это было возле входа, они раздавали такие вот красивые различные браслеты, то есть они отличались. Один цвет — это человек без пары, другой цвет — это ребята с парой. Когда молодежь каталась, они могли увидеть, какой браслет одеть, и, соответственно, познакомились. Так как в предыдущей этой акции, она ежегодная, у нас сделали там даже предложение. Вот. А так у нас было, мы подключали партнеров, было много различных классных конкурсов. У нас была замечательная ведущая, такая
продуктивная работа была. И часть, то есть и фигуристка у нас выступала, и дарили подарки. Интересно было. Уважаемые зрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о волонтерах нашего Одинцовского района, да и вообще о волонтерском движении по всей России. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84, звоните. И несмотря на то, что у нас сегодня здесь нету общественной палаты Одинцовского района, мы традиционно принимаем заявления, вопросы и просьбы, также адресованные в общественную палату. Звоните, постараемся все записать, принять, по возможности обсудить и обязательно передать в соответствующую профильную комиссию общественной палаты. Напоминаю, телефон 508-86-84. Звоните. А давайте вот про этот каток еще поподробнее поговорим, с вашего позволения. Много ли людей вообще пришли? Порядка 500. Даже больше 500 человек. Несколько сотен человек. Это довольно крупная, на самом деле, получилась акция. А как завлекали людей? Рассказывали заранее в социальных сетях или как? В социальных сетях объявления, брошюры. Любыми доступными способами. Главное, наша цель была. И нам все равно. Преград мы не видели. И мы ее достигли. Ну, это здорово. А у вас есть какая-то вот группа, может быть, курирования этого вопроса ВКонтакте? Какой-то отклик обратный был, что, ребята, получилось здорово. Вот это классно, это может быть исправить. Я в соцсетях не сижу, поэтому я не могу вам сказать. У нас есть группа в соцсетях ВКонтакте, есть Инстаграм, есть группа также молодежного парламента, так как мы совместно проводили акцию. Да, люди, мы также доразыгрывали там какие-то подарочные сертификаты. Людям было безумно интересно, так как у нас работали фотографы. И люди прям, давайте быстрее фотографии выкладывайте, мы хотим это увидеть, все, спасибо большое. Люди не верили, когда мы предварительно размещали объявления в наших источниках партнеров информационных. Люди писали, мы не верим, не может быть бесплатное мероприятие, как так, мы придем, такого не может быть. То есть люди порой не верили, что есть такое замечательное мероприятие, на которое можно прийти бесплатно покататься. У нас предоставлена также была бесплатная аренда коньков, ребята стояли, проверяли. И, к счастью, никакие коньки не пропали, все было проведено на высшем уровне. И люди были довольны, люди писали благодарности. И, конечно, было удивление. Люди приходили и не верили. Денис, такой к вам вопрос, как к непосредственному участнику событий. А какой вообще был контингент возрастной в среднем? Ну, я так понимаю, конечно, что, скорее всего, подростки. Где конкретно? На катке конкретно. Вы уже задавали этот вопрос, да, подростки. То есть подростки, да. Да. А взрослые или, наоборот, взрослые тоже приходили. Все-таки приходили, да? Да. То есть, получается, смотрите, какая интересная история. Ну, понятно, что вы в основном нацелены на, если говорить вот о таких мероприятиях, конечно, на определенный возрастной контингент. Но, тем не менее, взрослые также, получается, о вас знают и в мероприятиях участие также принимают. Да, конечно. Конечно, потому что множество просьб идет также и от более возрастного поколения. То есть мы... Евгений, давайте мы сейчас об этом поподробнее поговорим. Сперва примем звонок от нашего телезрителя. Давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. 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 Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, по улице Северной. Так. Напротив 48-го дома улица Северная есть помойка. И вот там не убирается уже, я не знаю, сколько времени. Там уже крысы бегают. Мусор вывозится, но на территории там вообще не убрано. Все набросано, все разбросано. Скажите, а вы знаете, какая организация вообще должна этим теоретически заниматься? Нам сказали, что передали все эти помойки городу. Звоним в администрацию, никаких мер не принято. А что вам вообще отвечали? Обещали разобраться, перезвонить? Обещали или как? Разобраться, да. А давно звонили? Вот вчера я обычно звонила. А, ну смотрите, насколько я знаю... Недели две назад, мои соседи. Смотрите, насколько я знаю, конечно, могу ошибаться, но если не ошибаюсь, там где-то в течение месяца у них по регламенту должно быть рассмотрение вот подобных заявлений. В любом случае, мы в профильную комиссию общественной палаты, конечно, и адрес, и ваши контактные данные передадим, они с вами свяжутся, вы им точно объясните место. Я думаю, они выехают на место,
место, осмотрят ситуацию, поймут ее. И если там действительно имеется та проблема, вот о которой вы говорите, я уверен, что они с администрацией в два счета этот вопрос разберут, и я надеюсь, что разрешат. Спасибо большое за звонок. Уважаемые зрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о волонтерстве, но принимаем любые обращения в адрес общественной палаты и вообще общественных организаций нашего Одинцовского района. Если у вас имеется какой-либо вопрос или предложение, наш телефон 508-86-84, звоните. Так, давайте тогда вернемся к нашему катку и вообще вот к мероприятиям, которые вы проводите. Евгений, вы начали как раз-таки говорить о том, что разные возрастные группы к вам обращаются. Да, конечно. Мы также и сотрудничаем совместно с общественной палатой, которая, мне кажется, ни одного мероприятия не проходит без участия волонтерского движения. Также мы сотрудничаем и с нашим собором Одинцовским. Наши волонтеры неоднократно помогали. Вот как раз-таки вот недавно буквально мы приходили в храм. Отец Александр нам давал такие прекрасные поэтические лекции по философии. Мы помогали в уборке, где-то что-то передвигали, мебель, мыли полы. Ну, помогали храму. Он также, как ответная помощь нам, отец Александр проводил по храму. Ребята смогли залезть на колокольню, посмотреть такой прекрасный вид Одинцовского района. Ну, по просьбе стараемся помогать. Так, ну что же, я предлагаю, смотрите, вспомнить о том, что вообще волонтеров у нас очень много. Они, к сожалению, не все заняты в различных организациях, как ваших, например, но, тем не менее, работают. Причем самыми разными учреждениями, в том числе и с медицинскими. Так вот, в прошлом году мой коллега Петр Горохов снимал материал, подготавливал о волонтерах, работающих с Одинцовской ЦРБ. Ребята также приезжали, да и только-то ребята, там были люди разного возраста, также приезжали и помогали в работе медицинского учреждения. Сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям посмотреть, как же все это проходило. Взаимная вежливость врача и пациента создают хорошее настроение. А как известно, хорошее настроение само по себе – отличное лекарство. Волонтерами в первый день вежливости стали ученики старших классов Одинцовского лицея номер 2 и 7-й гимназии. Вы должны нам помочь стать связующим звеном между пациентом и врачом. Вы должны нам напомнить, людям в белых халатах, да, что мы давали клятву Гиппократа, что мы должны улыбаться, что мы не должны быть надменными, мы должны быть открытыми. Большие дела начинаются с малого. Руководство Центральной районной больницы уверено, что день и месячник вежливости обязательно перейдут в годы и десятилетия взаимного уважения и взаимопонимания медиков и пациентов. Совместная акция двух управлений – здравоохранения и образования – должна в этом помочь. Человек, надевший белый халат, должен лечить и делом, и добрым словом. Относиться к каждому больному, как к близкому родственнику. Конечно, ребятам пришлось нелегко, но они смогли найти подход к людям. Пусть не сразу, но на суровых лицах посетителей поликлиники стали пробиваться первые улыбки. Участие, нехитрый сувенир и маленькая шоколадка могут творить чудеса. Одновременно с акцией шло анкетирование, которое должно помочь улучшить обслуживание больных. Появление волонтеров в детской поликлинике вызвало массу положительных эмоций и у малышей, и у родителей. Похоже, что собственная роль ребятам из второго лицея пришлась по душе. Я доктор Айболит, и я доволен своим коллективом, они справились, они молодцы. Многие дети боятся ходить к врачу, ну, например, я. Теперь я не боюсь, это же весело, особенно в такие дни, вообще замечательно. Мы старались всем детям подарить радости, веселье, и они все очень радовались, все брали с удовольствием подарки, и нам тоже было очень весело. Чтобы это был именно день добра, счастья и подарков для детей, чтобы они заряжались эмоциями и чтобы никогда не болели. Подарить детям счастье, радость. И чтобы они не боялись ходить в больницу. Надо же детей как-то веселить. Аф-аф. В структуру Центральной районной больницы входит 44 лечебные учреждения. Ежедневно их посещает 3500 человек. Если все они после приема будут выходить от врача с хорошим настроением, работа у медиков станет намного меньше. Тоже чудесные довольно у нас действительно мероприятия проходят, и волонтеры, как видно, действительно принимают в них участие. А тем временем у нас в студии еще один гость, Татьяна Андреевна Буянова, тоже волонтер. Добрый вечер. Добрый. Татьяна Андреевна, у нас, к сожалению, очень мало времени осталось. Мы с Денисом Ильичем, Евгением Юрьевичем засиделись тут откровенно, но, тем не менее, очень хотелось бы с вами побеседовать. Знаю, что вы принимали участие в мотоармии. Да, принимала. Для наших зрителей, что это такое, что там делали? Мотоармия, это был такой фестиваль, посвященный
мотоциклиста, байкера. Он длился 3 дня. Там принимало примерно 70 человек от нашего волонтерского движения. Так. Было очень много посетителей. Также байкеры, разные семьи, причем разных возрастных категорий. Приходили молодежь, приходили взрослые люди, даже пожилых я видела. Наши волонтеры закрывали многие точки. Например, мы стояли на парковке. На парковке мы направляли людей, которые туда приходят, проводили досмотр. Также мы сидели на пропускных пунктах, тоже направляли тоже людей, помогали на разных выставках. Там проходило достаточное количество выставок, посвященных совершенно разным тематикам. То есть... Ой. Ничего страшного. То есть и мотоциклом, и разным средством передвижения. Помогали с организовкой концерта, который нам проходил. Там стояла большая сцена. Был очень интересный концерт. Ну и, в общем, принимали большое участие в проведении этого мероприятия. Татьяна, вы сказали 70 одних только волонтеров. Да. Я из этого делаю вывод, что... Получается, посетителей было не просто много, как вы сказали, а очень много. Да, десятки тысяч человек. А сколько дней шло мероприятие? 3 дня. 3 дня. Да. И все это время с утра до вечера. На месте. Да. Как-то сменялись или прям вот весь коллектив на 70 человек? В основном мы сменялись, да. То есть приезжало определенное количество людей в первый день, во второй день, в третий день. Многие приезжали все 3 дня, потому что там на самом деле было очень интересное мероприятие, получали великолепные эмоции, просто незабываемые. Я это мероприятие запомню лично на всю жизнь. Вот. На постах тоже мы сменяли друг друга, но мне на моем посту нравилось. Я там стояла до последнего, до победного. Татьяна, вот скажите, сейчас постфактум вы уже знаете, там было здорово, да? Да. А почему вообще решили туда пойти? Вот я уже сейчас что... Дениса Ильича мучила этим вопросом. Выходной наверняка день был, правильно? Да. Выходной день, почему не дома на диване? Ну, мне стало интересно, что это такое, зачем это, что там будет. Там пообщаться с разными людьми, новые знакомства, новые эмоции. Я на самом деле рада, что я туда поехала, и еще раз поехала бы 100%. А давно занимаетесь волонтерской работой? Около 3 месяца. Смотрите, тоже несколько месяцев. Наверняка уже много людей узнали, да, среди волонтеров. Да. Вот на ваш взгляд, такой, знаете, портрет современного волонтера Одинцовского района. Что это за человек? Это добрый человек, которому не все равно на окружающую среду, на общество в принципе. Это человек, который готов помогать другим людям и делать это безвозмездно. То есть он хочет это сделать для того, чтобы у него было приятное ощущение в душе. Я, например, этим занимаюсь, потому что мне потом очень приятно. Я рада и горжусь тем, что я сделала какое-то доброе дело. Я правильно понимаю, что вы, Денис, Евгений сейчас часть одного волонтерского движения? Да, конечно. Угу. Ну что, тогда я очень благодарю, что вы к нам сегодня приходили, и очень надеюсь, что когда в следующий раз мы с вами встретимся, будет уже что-то вот еще более классное, еще более масштабное, еще более здоровское. Спасибо, что приезжали. Спасибо. Спасибо. Уважаемые зрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о волонтерских движениях России, и в частности, конечно, о нашем Одинцовском районе. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели или сразу напрямую обращайтесь, ну, например, в общественную палату Одинцовского района. Как правило, мы с ними работаем. На их официальном сайте имеется весьма удобная форма обратной связи. И там же имеется адрес электронной почты, телефона и так далее. Можете также на них обращаться в течение всей недели. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и увидимся.